ты ему дал больше? Не говорил, но ты ну на нем зарабатывал бабки. Эй, дал бы ему деньги. Я ему дал 8 миллионов рублей. 8 миллионов всего лишь ты ему дал. Ты кому? Ты на нем заработал 200 миллионов. Ты кому что дал? Ты что кому дал, а? Скажи я, мне. Я что сейчас? У меня было одно условие. Что ли, кому у что меня было дал? Одно условие. Я плачу больше, чем все. Если появится хоть один человек, который платит больше, чем я, вопросов нет, я буду платить еще больше. Но на то время. А в итоге Хасбула с тобой не работает. Не работает. Не работает. Почему? Почему? Как есть сказать? Да. Просто ребята решили забрать у меня его. Кто решил у тебя его забрать? Зачем это рассказывать? Я не хочу подставлять кого-то. Как... Просто решили ребята. Ну как решили... понять подставить? Ты их никак не подставишь. Ты просто. Ребята просто не... забрали у ты меня его. Ты просто да. на нем делал бабки. Я 200 миллионов рублей сделал. Да, сделал. И тебе просто сказали, слышишь? Тебе просто сказали, слышишь, ты больше не будешь на нем делать деньги. И кто мне сказал? Ну вот его старший, я мне не знаю кто. Мне его старший никто ничего он не может лично... делать. Понял, он да? Он сам лично сказал. Слушай, его он старший лично... и ты мне ничего не могут делать. Понял ты меня? Понял, не понял, вот так не общайся со мной. У меня есть свои старшие, которые могут мне что-то сказать. Дело не в этом. Дело в том, что они ему же сказали. То, они что, ему сказали, но не мне сказали. Тебе тоже сказали, ты не будешь с ним сниматься больше. Кто сказал? Я не знаю, кто тебе сказал конкретно. Мне они не могут сказать, я тебе опять же повторяю. А почему тогда ты с ним сейчас не снимаешь ролик? Потому что они потому что ты сказали. Не можешь. Потому что ты не можешь. Они и тебе сказали, и ему сказали. Они отказались. Не захотели они, чтобы ты снимался. Просто он отказался, и все. Он сказал, что ему старший запрещает, и все. Я лично. Ты лично ничего не знаешь. Я лично знаю, что Хасбула в принципе не против был сниматься с тобой в роликах. Да, но, да. Он но очень тебе, хотел этого. Да, он очень но хотел тебе этого. Отказали, потому что те, кто постарше, понимали, что ты на нем много денег зарабатываешь. Давай и решили сами заработать или что? И сами решили на нем заработать или что, а? Кто его поднял, а? Кто его знал до меня? Скажи мне по факту. Я его знал. Ты его знал, потому что вы в одном окружении. Ты старался с ним ролики снимать. Я тебе чувствую, я тебе позвонил, сказал, с ним ролики не будешь.